Вчера аварийное отключение электроэнергии оставило без света половину Якутска и несколько районов республики. По факту этого случая прокуратура проводит сейчас проверку. Какова основная версия причины аварии, узнал наш корреспондент Юрий Осипов. Под отключение электроэнергии попали подстанции Северная, Восточная, Хатынурях, Центральная и Табага, из-за чего полгорода остались без света. Также были отключены 7 котельных. Напомню, что авария произошла вчера в районе 16-го километра Покровского тракта. По предварительной информации, причиной обрыва сети послужило стороннее воздействие. Обрыв провода в пролете опор 99 и 98, предположительно, это касание крана, работа в охранной зоне воздушной линии 110 кВт. На данный момент на предприятии создана комиссия, которая расследует это происшествие. Также свое расследование проводит и прокуратура республики. Но они не спешат с выводами. По данному факту прокуратура города Якутска инициировано проведение внеплановой проверки Ленским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ремонтная бригада смогла быстро установить место аварии. Это позволило максимально оперативно устранить последствия обрыва сети. На настоящий момент проводятся мероприятия по недопущению подобных отключений электроснабжения. Юрий Осипов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.